Ей всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Куёка, Драдрагон, Радекс, пацанчики, поздоровайтесь! Всем здорово! Я издеваться буду сегодня. Сегодня Драдрагон будет нажимать кнопки и пытаться нас убить. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а у нас аниматроники пугают охранника. Погнали! Если мы проиграем, кто мы будем? Лохи! А как узнать? У меня нету звука! Представляете, вот нету звука просто! Надо а скачать было. У меня тоже было. Звука не было. А как будем угадывать? В курсе. А вот. Так это нормально. Ты нажал уже. Да. Ну да, в первую ночь Golden Freddy не может приходить. Это просто я. Ладно, ладно, ребята. Я так понял, что, как он и сказал вначале, он будет над нами издеваться, да? Я даже не буду говорить, что нажимай, как. Не надо, не говори, не нажимай. Ой. Стараемся затащить. Ребята, затащим, да? Это ж первый раз, мы подались вообще-то первый раз тебе. Хоть он нас не убил. У вас есть кто-нибудь? Так, отлично. А ты видишь, что мы делаем здесь или нет? Я не вижу. У меня камера есть, но я не вижу, где вы, что уходите. О, хорошо, давай, атакуй. О, аниматроник, смотрите, физически. Так, о, дверь ты закрыл? Закрыл? Молодец. Отлично, отлично. А мы живые? Мы живые. А мы живые остались, ты нас не убил. Так, ребята, закрываем двери. Все хорошо. А почему есть две чики? А что, тебе жалко, что ли? А, он, наверное, той чику вызвал. И обычную чику вызвал. А что там, третья нету? Нет, той чика на месте. Ай, блин, я же вспомнил, надо было еще ждать 5 секунд. А я жив, а я жив. А я знал, что если вот это будет Драдрагон управлять ими, мы там будем страдать. Да молодец. Моя школа, красавчик. Так, что там, еще кто-то жив из вас один? Да, 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 да. Ты не убил. Ты не смог этого сделать. Да? Чё за тень? А. Закрывай. Молодец, блин. Надо отвалить, надо свалить. И что, я успею? Так, он уже Фредди подогнал к дверям. Я буду подсказывать тебе, что делать. Мы так пройдем. Да, Куёка? Я летаю, Фредди куда-то про... Бокси! Закрывай. Закрывай. Молодец. Ого! Он всех аниматроников натравил, ребята. Это обязательно лайк и подписка, потому что такого жестяка у нас еще не было. Ничего себе, это 5-6 аниматроников в офис пришло. 4 аниматроника. А с той стороны сколько пришло? Один. Той тоже 2. Не, было 2, сейчас 5. Ну, 6-я на подходе. Есть, мы живые, молодцы, пацаны. Когда уходят аниматроники, отчитывайте еще 4 секунды. Тогда они только... Я живой, я живой. Отлично, ребята, отлично. Сразу видно, вы поставили лайк, поэтому мы тащим. Отлично, отлично, Драдрагон, молодец, моя школа. Так, пацаны, закрыты двери. Он даже не дает нам открыть двери, да, получается, подлец? Да. Дайте посмотреть. Там... О, Бокс бежит. Закрывайте двери. Так, давайте залезем на колонки. О, отлично, я теперь вижу все. Там кто-то стоит, по-моему, в фоне. Так, попробую пройти. Попробую пройти. Так, баллон бой. Давайте посмотрим, стороны, шкатулка есть? Никто. А шкатулка в первую ночь не может, да, ее активировать? Могу. А ну, активирую, я посмотрю, будет она ее башка. Нет, все, деактивируй. Пацаны, он шкатулку выпустил. Смотрите, как голова прикольно в маринетке вылазит. Офигеть, мне нравится. Эй, залезь, тварь ты вонючая, за... Я сейчас попробую ей на голову залезть. Может, она не будет вылазить? Нет, я прям вылазит. С ней еду. Так, надо свалить сюда. А, шкатулку надо нажимать. Я не знаю. Блин, зачем я ему сказал, чтобы он активировал эту вонючую? Я ее боюсь, она реально стрёмно. Давайте отойдем подальше. В этот раз мы посмотрим, как она активируется. А нет, я думал, она все-таки побежит. Вы жмете, молодцы. Слышишь, как жмякает. Так, давайте посмотрим. Это какая ночь по счету, Драдрагон? 99-я, 100-я, 666? 15. 15, не 13-я? 13. Так как это жесткая ночь. А ты можешь маринетку нажимать, чтобы... На шкатулку. На шкатулку, да. Деактивируй ее, ну. Я не могу ее. О, все, нам жопу, пацаны, это все. Забудьте, что такое пройденная ночь. Так, я буду здесь стоять. Нет, все-таки я посмотрю, как она будет вылазить. Вот-вот и вылезет, вот-вот, смотрите, 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 ну. Мне же интересно, как она побежит. Фокси всегда видели, когда бегает. Да. Она будет телепортироваться или прям бежать? Кто, Фокси? Не, марионетка.
А, марионетка неизвестна. Мы это включаем. Нифига себе. Двери, двери, двери! Ну что, ну вот-вот-вот-вот вылезет и стало стечиться всем. Да я пытаюсь выйти, я... О, Фокси! Ого, я погода стрёмная на улице. Застрею в текстурках. Блин, я её так боюсь. Лучше подальше отойти, наверное. А кто жмёт в шкатулку постоянно? Хуёка. Ты молодец. Блин, у меня не написано, какое время у нас сейчас. Час, ночи, два, три. Какое время? Молодец. Ничего страшного, я живой. Что? Да, я тоже живой. Ну ты же с офиса вышел, выпил. Интересно, где вы там ходите? Я вас даже не вижу на камере. А ты не увидишь нас никогда. Так, ладно, я пошел. Марионетка вроде не хочет. А давайте пусть она вылезет. Реально интересно, что будет? Как она активируется? Я ни разу не видел. Да я пошел. А не жмите, не бойтесь. Она не идет. Она опять залазит. Да что такое? А пацаны. Как вы так? Да, кто-то жмет шкатулку. Очкуете, да? Или она сама залазит? Аниматор. Гон Фредди убил кого-то. Или никого нет? Он не убил. Не, никого. Пацаны, вы жмете шкатулку, или она сама залазит? Не, она сама. А, она в первую ночь не бежит. Все, отлично, ребята. Пойдет. Мне нравится. Выходим. Что ты тут делаешь? Вылазь! Я застрял! О. А, понял. О, гуны на нас! А. Нормально, живые, идемте в офис. Так, закрываем двери. Бегайте, так у нас энергии мало! Энергии мало. Очень мало энергии. Ого, ты чё, дурак что ли? Успокойся! О, убил. У нас, походу, не стоит урон между игроками. Сейчас мы все сделаем. Я тебе помогу сейчас. Давай, поехали. Ты чё, ты чё так тогда стрессуешь? Мы же добрые охранники. О. Ты смотри, что он делает. Плохо мы не можем аниматроников доопивать, было бы круто. Дима, может это? Да как? Не-не-нет, не надо, не надо. Мы сейчас должны повыживать, мы должны зайти в офис, потом пытаться прожить. Отлично. Все, тащим. А может мы пройдем все-таки эту ночь? Сколько время? Понял. Открывать? Заходите. Да. Заходи, заходи. Закрывай. Отлично. Мы затащим. Ого. Давай без Golden Freddy. Ну? Я кто запрещал? Не, ну так мы точно проиграем, мы не слышим звук его, но мы не знаем, когда выходить. А я вот даже сейчас не нажимаю. Да ты больше. И так нас запрессовал, я уже умер, блин, 3 миллиона раз. Аж 5. Я даже не вижу, как вы умираетесь. Опа, Фокси пришел. Это был взрыв, не? Блин, я боюсь, со всех сторон. Ого, и с этой стороны. Отойдите от двери. Ой-ой-ой, нормально. Знаете, что вы не выберетесь, получается? Да ты окружил нас, дай хоть передохнуть. Ты там стоит кто-то? Я чику гранатами закидываю. Понял, я вижу, ты кидаешь. Я знаю, что надо. Что? Вот а что это? Это? Ого. Ой, хорошая рука. О, давайте попробуем пригвоздить. С NPC попробуем пригвоздить. Ну-ка, ну-ка, там есть кто-то? Надо подождать. Там есть. Ай-яй-яй, ну все, проиграли. Молодцы, кто открыл двери, профессионалы. Я вообще не трогаю, я хотел скинуть. Пригвождается, представля... Все, нормально. Марионетка! Пришла? Да! И залазит. А, она приходит и уходит, просто я не видел, как она атакует. Это очень странно. Анимации нету. Я стоп нажимаю игру, да, для вас? Пробую пройти. О, отлично, можно пройти. Так, попробую пригвоздить Фокси. Я живой, это всего лишь скример. Фокси пригвождён, он не сможет бежать. А ну нажми на него. О, да как? Да как он побежал пригвождённый, дурак? Он же и с гвоздями вернулся. Ах ты хитрый какой, а? Драгон, дай пройти. Опа, пришёл. Пригвождаем всех.
нормально. Скримеры пойдут. У нас сегодня вакханалия жестко идет. О, давайте Дродрака возьмет настоящего аниматроника через пилпак. А ну-ка. Сейчас он нам. Так, заходите в офис. Заходите, заходите. Так, закрывай двери. Так, и эту закрывай. Так, ну что, Дродрака, давай, покажи, на что ты спал. Да, он уже. А как ты пришел? Когда ты успел? А вот. Нет, Драга, нечестно вообще-то. Ну я да. Зашел, что бейте, бейте его. Так, давайте возьмем все-таки приглаждатель. Где он, где он? Фонарик включай обязательно. Справа от офиса. Что там делаете? Харест? Да не, ничего ему не делаем. Ой, я знаю, что надо. Ай, да блин, да ты сделал этого маленького черепиздрика вонючего, блин. Так, я его все-таки хочу убить. Мы же его убьем? Ай, блин, да ты хоть предупредил. Ты Дардрагон. Успел. Убил? Не успел. Нет, успел закрыть. Что, я зайду в дверь? Да, я выйду. Да ты сидел на крысу, а? Блин, я ж дернулся, если честно, испугался. Страшнее я, когда играю, да? И быстрее. Я его поверил. Да как ты задрал меня? Ребята, ну это уже на... Я все, я очень сильно разозлился. Я псих. Да? Да. Я псих. Ты там бомбу будешь взрывать? Я хочу тебя убить. А что это? Бомбу готов? Ей! Ой, это не тот. Меня убил. Ну извини, просто я увидел уши, а это ты же у нас Бакс Банни. Драгон! Сары невидимки ходить. А кто за мной? Драгон, ты где? Я его пьер. Видишь меня? Это жесть. Ребята, вам нравится админский пистолет? Ставьте лайк. Если много лайков будет, то мы сразу... Вообще надо снять обзор на админский пистолет, это реально крутое оружие. Есть, ребятушки, ну что, я отомстил тебе. Дардрагон, у меня для тебя сюрприз, где ты? Не, я хочу, чтобы ты подошел поближе ко мне. Ого, это крутится прикольно. Я не знаю, что ее можно крутить прям. Ну, где ты? А ты где? Я тебя жду. Я тоже тебя жду. Прощай. Я админским пистолетом прям в нее стрельнул, она не активировалась. Что это? Ты вообще активирую. Не, не надо. А почему он не умер? А почему ты не умер? А вот... Ты чё, голимый, что ли? Так нечестно! Драгон, иди ко мне. Дим, может его с этого шпальнуть? А. Ну-ка? Тоже не умер. Ей, а в попе шерсть, да чё не умирает? Ты чё не умираешь? Дим, маленькая бомба. А какую на... Ух ты, мы здесь устроили. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Discord. Ну а всем отличного настроения, посмотрим мои ролики еще.